Всем привет и хорошего настроения! Здравствуйте, дорогие единомышленники! Привет всем зрителям нашего канала! Продолжаем обзор старых пластинок с рынка на удельный. В рубрике «Листая старые пластинки» сегодня хочу вам представить вот такой замечательный диск в конверте из Красного Села. Грампластмасс, грубейшая, толстейшая бумага с вкраплениями стружек и опилок. Вот. Медный всадник на Петр на коне на головной странице, а сзади даже нету информации о том, как хранить и пользоваться пластинками. Вот такие конверты у меня уже не первые в коллекции. А диск с надписью ручкой «Люся» сегодня будет у нас в обзоре следующий. Как всегда, показываю крупнее яблоко. Грампластмасс, Красное Село, то есть именно конверт от диска. ЛРК 359. Артикул 17-159Г, «Быстрый вальс», музыка Исаака Дунаевского, Государственный эстрадный оркестр РСФСР под управлением Леонида Осиповича Утесова, Леноблпромсовет выпустил этот диск. На другой же стороне, тоже «Люся» написано, тоже карандашом, ЛРК 560-17-161Г, «Бальная полька», музыка Кожурова, Государственный эстрадный оркестр РСФСР под управлением, опять-таки, Утесова, Леноблпромсовет. Итак, сегодня мы прикоснемся к музыке Утесова. К сожалению, год определить затруднительно на этой пластиночке. Вот, в качестве логотипа тот же «Медный всадник», ну, хоть не мухинская скульптура, да. А, вот, и какая страна у нас будет первая? 17-161Г, 17-159Г, получается, вот это первое. Начнем с «Быстрого вальса». Музыка Исаака Дунаевского. Ну что ж, приятного прослушивания. А мы все это дело запишем на вот этот магнитофон Астра, который я недавно починил. Хочу сделать тут сборник на пленке записей всех этих. Так что пусть пишет. Благодаря наличию в магнитофоне Астра сквозного канала, мы с вами сейчас слышим то, что уже записано вот на эту пленку. На 9-й скорости, как вы видите, и на не самую качественную далеко
пленочку, мы все это записываем с вами. Тем не менее, видите, в принципе, вполне разборчивая музыка, и даже несколько убирается вот это вот шипение из-за среза высоких частот на астре. По-моему, неплохо звучит. Ну что ж, переходим к бальной польке. Пуск. Такая бодренькая, да, полечка? Мне понравилось. Что интересно, посмотрите, как криво наклеено яблоко на этой пластинке завода Грампластмасс. Обратите внимание, сейчас поближе поднесу. Бью-бью-бью-бью-бью. Какой эксцентриситет, да? Интересно, а на другой стороне у нас как дела обстоят с яблоком? Да, тоже определенный наблюдается, не правда ли? То есть завод Грампластмасс как-то не сильно заморачивался с наклейкой идеально яблоко. Хотя, может, это сделано потому, чтобы не нализать дыркой, отверстием в центре на рисунок. Ну вот как-то так. Спасибо за внимание. Временно прощаюсь с вами до следующего нашего обзора. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами Сергей.